Всем привет! Мы продолжаем проходить игру Naruto Shippuden Ultimatum Ninja Storm 4. И надеюсь, сегодня наконец-то будет последняя серия. Так, для начала мы сюда зайдем. Бронзовый кунай, хорошо. Нам осталась последняя битва в мировом турнире ниндзя. Которая оказалась сложнее, чем я думал. Мы почему-то в прошлой серии раза 3, наверное, или может быть даже 4. Пытались пройти, но не смогли. Странно, почему, не знаю. Странно все это так. Ты готов начать прямо сейчас? Я уже давно готов, давай уже. Не знаю, что-то не пошло как-то прям тяжко. Я главное говорил, типа, вот легко-легко, типа, нормально. Сейчас все будет хорошо, всегда все эти на С проходим бои. А под конец вообще какая-то жесть, не знаю, что-то не шло. Может быть, просто наше везение на этом закончилось. Но сейчас попробуем пройти еще раз. Надеюсь, в последний раз. И, кстати, да. Нам бы еще найти детей трех. И, по-моему, все. Здесь больше делать вроде как нечего. Ну, кроме там различных событий, которые ни в каком режиме, они чисто сами по себе. Там... Вот эти три пацана дерутся против вот этих трех пацанов. Этот пацан против этого. Ну, короче, такое. А вот именно режим это все. Ну, можно, конечно, купить дополнение Боруто. Или как оно там? Боруто The Movie, по-моему. Еще какие-то дополнения есть, но они вроде бесполезные. Там чисто персонажи открываются. Ну, в общем, не знаю, посмотрим. Так, ну-ка. Ты чё, дедок, камушками-то закидался? Ну вот первый бой, он, в принципе, легкий. Мы сейчас будем, кстати, жрать вот эту хрень, которая нам повышает атаку, там, защиту. Я, кстати, блин, одного Саски взял, это плохо. Очень причем. Они все с двумя помощниками, а это с одним Саски. А, зато им, кстати, по-моему, меняться можно, да, когда эта хрень не помню. Так, Сусан. Какой-то он... Почему он ходит? А, ну да. Или он должен ходить? Чё-то я не помню. Да ты достал, глянь, уворачивается. Ну мы нормальную так разносим. Она почти сдохла. Сколько у нас там еще? Ну, еще одну треть где-то будет. Блин, чакры нет ни хрена. Ну подыхай давай. Ну-ка, давай заряди. Блин, чакры нет. Ну ладно, в принципе, разберем, я думаю, руками тут. Уди, да, я чакры накоплю. Уди. Давай, Наруто, грязи. Надо было все-таки реально двух брать, я что-то заговорился, одного взял. Ну ладно. Не кидайся в меня, пес. Уди. О, хорош, ничего себе, вынес. Красава. Ну, в принципе, первый бой, он изичный. Блин, я забыл похилить, у нас же хпшки остаются. Да. Так, ну если ладно, это фигня. А вот похилиться, да, я забыл, это плохо. Надо полечиться. Ну, по идее, у нас там нормально должно жизни было остаться, потому что нас вроде как сильно не били. Ну, хрен он знает. Так, кто у нас там? Гара, Кабуто. Ну, хрен его знает. Здесь сложно. Кабуто, ну, может быть. Здесь тоже, в принципе, не очевидно. И здесь тоже. Ага. Значит, Кабуто, да? Ну, Кабуто, в принципе... Хотя он, по-моему, как Рачимару, да? Это по земле так елозит, типа змеей своей. Тогда вот это не очень приятно. Такс. Ну, в принципе, ХП у нас, конечно, такое себе. Давайте закинемся. Где эта хрень? Да столько вот летишь. Но сейчас будет сложно, потому что там этот... это был, как его зовут?
Короче, братан Киллера Би. Казыкаги вот этот. Или Райкаги. А, не, Райкаги что-то тупанул. Вот с ним тяжко, по-моему. Вот он, пес. Так, я ему атаку, да, сбил, это хорошо. В смысле, а что за фигня была? Ух ты, пошел в расход, смотри. Уйди. Ух ты, я его, конечно, поймал. Смотри, мы можем, кстати, сейчас чакры чуть-чуть хлебануть. Ну-ка, похилимся. Я думаю, для начала. Давай, погнал. Во! Не, все-таки за Наруто он как бы поменьше. Тем более скорость будет нормальной. Тихо, тихо, тихо. В него получше, чем за Саски. За Саски там Сусану он хрен этот. Короче, хрен двигается нормально. Он здоровый, неудобный, не мобильный. Так, ну зато Наруто изи подловить, конечно, можно. Блин, что-то я всю эту хрень почти промахал. Ну вот, одна единственная нормальная атака прошла. Ух, нифига ему сколько снес, это жестко. Так, хилиться не забываем, потому что это может быть все отключаем. Да блин, вот если бы я сейчас его подловил. Да ты достал, слышь. Ой-ё, вот это плохо, уже плохо. Поменяйся, поменяйся. Да куда ты назад-то отпрыгнул? Я вперед наоборот хотел. Ну все, сейчас запинает нас пес. О, еще и этого взял. Поменялся с ним. Давай, Наруто, спаси меня. Да где ты есть? Что-то я не знаю, пошел, блядь, жесть какая-то. Вообще ничего не могу сделать. Умри. Так, не-не-не. Это плохо. Он мне не дал сам, типа, мне убежать от него. И сам от меня не отпрыгивал. В итоге я не полечился и чуть не сдох к тому же. Так, ладно, пофиг, а не, а это фигня все. Что делать с хпшкой? Сейчас, по-моему, последний или предпоследний. Предпоследний, по-моему, бой. Тогда, в принципе, шансы, наверное, еще есть. Да, предпоследний. Но я надеюсь, у него хп немного будет, и там чуваки какие-то бесполезные будут. Хотя Канкура довольно... А, не стой, Канкура это в самом низу. А, нет, он с нами. Ну, в принципе, тут не такие прям противные пацаны и девка. Поэтому, я думаю, разберемся. Так, ну хп, конечно, у нас вообще нету ни хрена. Давай пожрем. По-моему, плохой заход. Чуть я одного взял, еще и в тот раз не похилился. Ну, короче, такое все, конечно. А в смысле финал? А что, последний бой разве? Че, серьезно? Так, жрем, подожди. Так, где я есть, ничего не понятно. Быстрее. Хорош. Но раз это финал, тогда будем... Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. В смысле? Он что, меня сейчас убил? Охренеть. Так у меня было больше одной полосы. Я вообще охреневаю. У меня просто одной атакой вынес, да? Просто нечего сказать, я не знаю. Не, ну это реально заход был очень плохой. Блин, целых 10 минут потратили, ну почти, на вот этот бритняк. Может пока оставить до лучших времен пойти детей пускать, чтобы мы хоть что-то сделали в этой серии. Да, давайте, наверное, пока передышим. Отдохнем от этой фигни. Как посмотреть, где дети? Вообще как-то это можно? Стоит не то. Где-нибудь, где-нибудь. Так, подожди.
Ну, как тут листать-то? Во, лишь нажимаю на эту кнопку. Да, давайте туда телепортнемся, побегаем в разные места, посмотрим, где дети. В Конохе их, по-моему, нету, да? Да и глупо, зачем им второй раз здесь как бы прятаться. Мосамураев место пройдем, Питикаги. Я вот помню, где-то один вот здесь, что ли, был. Ну, не прям здесь, а вот рядом с этой местностью где-то. То ли пустыня какая-то, то ли что. Да, на карте смотреть они есть. Нету тут никого. Угу. Понял. Ну, они, по идее, должны на карте отображаться, или иначе... Чё за фигня? Иначе будет какой-то хард-мод прям. Так, тут тоже нету. А если они реально на карте, типа, не отображаются? Типа, ищи их так. Давай понизу вот здесь пойду. Потому что я не думаю, что они в деревню дождя свалили. Опа, внезапное событие где-то. Ага, вижу. Где-то есть, стой. Ну. Ты где он есть? Ага, вон. Кто это? Кто ты? Ой, драться с тобой, блин. Лишь бы ты мне ничего полезного не дал. Не, хорошо. Не буду с тобой драться. Если бы там титул какой-нибудь был, то да. Блин, как же неудобно крутить-то. Ага. Да эти дети, реально. Не могу их найти. Но они, по идее, должны точно на карте отображаться. Тут тоже нет. Ну. Лес смерти. Вот что-то припоминаю, что один где-то в каком-то лесу или что-то такое было. Другой в какой-то, по-моему, пустыне был. Может быть, мне так кажется. Но их реально нигде нет. Может, они правда не отображаются? Так, ну, мост Наруто. Вот это я фиг узнаю. Может, кто-то есть тут. Никого нет. Ладно, давай, может, побегаем по локации. Чё это? А. Побегаем, посмотрим. А здесь, в принципе-то, и бегать-то вроде негде. Они в кувшинах еще прячутся. Ну, как, типа, в тот раз. Блин. Стой. Ага, вот. Постоянно забываю, как этой штукой крутить. Так, ладно, тайная пещера змеи. Ну, пойдем туда. Странно так, я уже столько всего посмотрел и ничего никого не нашел. Значит, они, может, правда на карте не отображаются? Ну, пойдем бегать, чё, я не знаю. Посмотрим, есть кто. Ну, тут вроде вообще никого не видать нигде. Здесь точно никого нет. Там здесь вообще тупо пусто. Хорошо, значит, остров черепах. Вот, наверное, на остров черепах. Потому что я помню, что-то с островом, с лесом, с каким-то связом. Что-то зеленое, короче. Ё-моё, ну здесь бегать очень долго, и мне впадло. Что-то они, наверное, реально не отображаются на карте. По ходу дела. Ну, пойдем побегаем, что делать. Это кто? Они вроде там по кругу, да, вот эта хрень сходится. Блин, сейчас мы будем бегать, тут всякие внезапные события начнутся, которые нас на 2 часа еще займут. Ну-ка, стой. Еще главное бы их не пропустить тут. Будем все вообще скрывать. Надо бы хоть одного найти, чтобы понять, на карте есть они или нет. Чё-то я запутался, блин. Куда нам бежать, сюда? Стой. Нет, нам... Я понял. Стой. На вот сюда вот. Да нету никого, блин. Ох, и детишки мне эти. Стой, как тут пройти? А, там вот тут бежать, да?
Точно, чуть я подзабыл. Привет, там детей не видел, не? Стой. А, это лягушечка просто, я понял. Грибочек. Короче, их, по-моему, здесь точно нету. Да, их здесь вроде как нету. Ну хорошо, кстати, то, что нам хотя бы внезапно... Тихо. Ну ладно, я думаю, они в грибах-то не сидят. Хорошо, что внезапных событий-то не было. Вот так и знал, сейчас скажу. Ну что тебе надо? А, ты просто даешь? О, вот так вот, когда просто дают, мне это нравится. Это спасибо, конечно. Ну, подними что там. Ничего. Ну все, короче, мы обошли, тут ничего нету, не знаю. Я прям все вроде обошел. Ну, может, один грибочек там не ударил, но это фигня. Не, значит, они должны, наверное, на карте отображаться. Так, ладно. Деревня Облако. Пойдем в деревню Облако. Ну-ка, смотрим. Ё-моё. Здесь тоже так-то довольно долго бежать. Может посмотреть, где написано в заданиях, где они есть, я не знаю. Но я чуть не видел. А, вот он, смотри. Ах, вот маленькие. Они все-таки на картах не отображаются. Что? Ну, мне казалось, я так хорошо спряталась. Не верится, что ты нашел меня здесь. Все ясно. Они, короче, на картах не отображаются. Получается, что еще? Они еще сидят в таких же вазах, поэтому будем искать только их. Все, теперь все более-менее хотя бы понятно стало. Значит, смотри. Мы, получается, где бегали? Вот это мы бегали. Мост мы бегали. Здесь мы тоже были. Лес смерти, по-моему, были. Тренировочное поле. Вот в тренировочном поле, по-моему, мы просто смотрели по карте. Если я, конечно же, не ошибаюсь. Ну-ка, давай сюда. Прямо от начала до конца бегаем. Угу. Угу. Стой. Блин. Как же неудобно. Ну, здесь, по идее, никого нету. Да, здесь у нас точно никого нету. Вот надо было запомнить, реально куда-нибудь там свалили, чтобы было легче искать. Лесконохи, лесконохи, лесконохи. Давай мы, наверное, все-таки будем вот в долине завершения. Что-то мне припоминается, что они кто-то, по-моему, там был. Давай поначалу, короче, будем, наверное, там, где мы вообще не были. Потому что, возможно... Короче, все возможно. Не будем сбиваться с мысли. Какие-то люди сидят. Не, здесь вообще ничего нету, да? Тут места вообще мало-то. Ну хорошо. А, убежище Учиха. Я не представляю, что они там, конечно, делать будут, но. Мало ли что. Так, смотри, здесь эти. Ага, вон, по-моему, сидят. Вот два сидят, стоили, что? Они вместе спрятались. Ого, а я думала, что удачно спряталась. В следующий раз постараюсь получше. Они реально вместе спрятались? Реально. Что ты нашел меня? В следующий раз спрячусь получше. А вот вопрос, их четверо было? Я помню четверых детей. Но как бы... Ну как бы, да. И помню три места. Поэтому... Подожди. Так, там не шевелится. Здесь тоже. Так, значит, убежище Рачимару пойдем. Вот хитрые ты, детишки, а? Вот застали. Стой. Ничего нету. Нету. Вон он сидит. Ага, все, нашли всех, хорош.
Так, разобьем для начала, может, что-нибудь полезное найдем. Блин. О, ого. А я думал, что удачно... Ну, чё, чё, одно и то же говоришь? Подожди, я не пойму. Я все их нашел или чё, еще кого-то искать? Подожди. Или мне вообще всех детей подряд искать надо? Давай здесь еще посмотрю просто. Может, тут тоже кто-то есть? Так, там не шевелится. Ну все, пойди, значит, пойдем в Каноху, наверное, посмотрим, появились там дети эти, нету. Целых минут 10, по-моему, мы на этих детей потратили. Сейчас еще надо найти, где они есть. Заданием как бы отдать, поговорить с ними. А их нету, да, ни хрена. Классно. И что делать? Вот это сейчас, конечно, непонятно. Ну вот опять ты, блин, вот я его не люблю, и когда этот Киба приходит, они постоянно драться. Титул, блин, вот если бы не титул. Ладно, по-быстренькому сейчас вынесем его. И будем думать, что делать. Так, ну по идее, смотри, мы нашли 4 детей. А их как бы всего и было 4. Вот, сначала 3 надо было найти, потом плюс какой-то пацан прибежал или что-то такое было. А, нет, там девка, типа, говорила, я потерял, все, я вспомнил. Ну, значит, мы всех нашли. Но почему нам тогда не даются, типа, задания выполнены? Или нам их несколько раз надо искать? Типа, вообще везде. Что-то пока непонятно. Да и задание, по-моему, негде посмотреть вот это. Ой, как сложно. Сложно все. Сложно и, главное, непонятно нифига. Такой пес не копить чакру. Тебе нельзя. Вредно для здоровья чакры. Ой, ё, вот это вообще месиво. Какой-то пати, что происходит. Аж трое слегло. Ну ему хана. Ах ты пес. Кто вернулся? Я же нажимал вот так вот сделать. Как же он смешно бегает. Ты что ж ты не добежал-то, дружище? Побыстрее беги. Во, давай, давай. Во. Вот теперь добежал. Вот теперь ты молодец. Время-то идет, а серия какая-то прям бесполезная становится. Сегодня прям по-любому надо затащить мировой турнир. Сегодня по-любому что-то надо с детьми как-то решить, потому что ну, пора реально заканчивать с Наруто. Ну, по крайней мере, с этим режимом. Потом, если что, может, с дополнением еще вернемся. Да уйди, блин. А, смотри, я вернулся. Все, помирай. Ладно, давай я с кулаков его. Тихо, 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 тихо. Тихо, я сказал. Во. Вот откуда ты появился-то тут? Ну все, умри. Хорош. Так. Дети, дети, дети. Не знаю, телепортнулся еще куда-нибудь. Или, может, вернулся в то место, где мы их встретили. Но там нету задания. Блин, непонятно. Или это чисто по приколу, типа ты их ищешь. Как-то сложно все это. Ну, в принципе, я думаю, сейчас разберемся со всем этим. Ну, титул-то хоть, надеюсь, нормальный такой дали. Какой-нибудь там царь царей, король королей. Большая награда. Спасибо, конечно. Так, такой себе титул. Ну, что делать-то? Непонятно. Может, тут есть что, нет? Подожди, где задание? Это карта.
Это ничего. Это тоже ничего. Это тоже ничего. Вот. Тут все выполнено. Где дети-то? Но здесь такие, по-моему, задания, типа, крупные. Ладно, давай еще куда-нибудь пойду сгоняю. Я не знаю, что с этими детьми делать. Где мы не были? Вот здесь. В деревне дождя мы не были. Ну тут ничего нету. Тут вообще прям ничего нету. Тут даже таких этих штук, в которых они прячутся, их нету. Стой. Ну-ка, телепортнемся, думаю, побыстрее будет. Ну. Давай мост самураев, я не знаю. Ну, если сейчас, короче, ладно, на мосту самураев нету. Я думаю, мы забьем на это. Если вдруг когда-нибудь еще вернемся в эту игру. Если я узнаю про них, как их там найти и что-нибудь такое. То может быть. Может быть. Но здесь тоже, в принципе, ничего нет. Ладно. Наверное, это правда было, типа, по приколу. Вот, короче, мы спрятались, ищи нас. Короче, последнее сейчас, что я сделаю, это телепортнусь в то место, где они были. Ну-ка. Вот здесь, да, по-моему, они тусили, дети? По-моему, да. Если там сейчас никого нету, ничего нету, то все. Они вроде вот прям справа были. Ну-ка. Справа, если не ошибаюсь. Нет, это чуть не то. Где эта площадка-то? Ну, уйдите, гля, какая-то толпа людей-то мешает. Нет, подожди. Где же они были? И мне туда куда-то надо пройти. По-моему, туда куда-то надо. Ух, детишки-то эти. Столько времени на них потратил. Насчет турнир. Как она смешно бежит, по-моему. На месте почти. Чё-то я, наверное, никуда-то не туда телепортнулся. Или... чё? А, вот. Здесь. Я пока что-то, по-моему, никого не вижу. Пацан кролика и зайчик какого смотрит. Ну нет, смотри. Ну, короче, тут нету ничего, значит, ну и все хорошо. О, задание. Че это? Я два задания сразу выполнил. Ну все, в общем. А, давайте забьем. Я, короче, нашел детей, их четверо было, четверых нашел. Постой, что делать. А там я не знаю, что делать дальше. А, теперь надо вспоминать, где турниры. Вот здесь, да? По-моему, здесь. Так, а где? Теперь еще 2 часа буду искать эти турниры. А, вот все. Короче, надо тащить, я не знаю как. Ну, первый фигня, второй, в принципе, тоже. Третий, ну, такой себе. Вот четвертый, там меня что-то с одного удара, по-моему, выносит. Так, еще одного возьмем какой-нибудь. Не знаю, какой-то хрен, по-моему, понабрал. Так, Гарыч, что там, Сакура Цинада, Ли Тентен. Ну, в принципе, противники на той стороне вроде фигня. На первый бой я даже жрать всякую хрень не буду, потому что он довольно-таки простой. А вот дальше, да, там надо закидываться. Time to get serious.
Так, хорош. Сейчас мы войдем в формулу Лиса и сломаем ему лицо. Не-не-не, что там пора, пора. Да и... Подожди. А, то есть он типа прерывает, если попадет мне это. И, наверное, больше урона наносит. Вот почему мне тогда так жестко прилетело. Тогда, наверное, лучше не входить в эту форму. Наверное. Короче, как-то так, я помню. Да уйди от меня, ты достал. Как ты это делаешь? Когда он успел эту хрень уже протестовать? Ну, вот что-то вообще плохо началось. Нет, тут, наверное, и на первый надо жрать. Блин, что-то они... На ближней дистанции как-то действуют. Да куда-то я ж на него прыгнул, назад почему-то отпрыгнул. Тихо. Ух, хорош. Я, кстати, Ресинган так-то не заряжал, что он сам. Да уйди ты от меня, дай отдохну, дай я похилюсь. У него хпшки так-то больше, чем у меня. И чакры... А, не чакры нормально. Ой, я сейчас подохну, по-моему. Да как ты так быстро делаешь это? Ой, все плохо. Быстрее жри. Ой, как плохо. Я сейчас умру. Прям в первом же этом этапе. Ну все, подыхай, лови его. Поймай. Хорош. Но он, наверное, не сдохнет, хотя... Хотя, кто его знает. Ну, в принципе, не, у него хпшки много. Не сдох. Охренеть, вот это он нам вынес жизни. На второй бой вообще будет жестко какой. Тяжкий. Хорош тусить. Уди. Во, ломай его нафиг. Все, сдох просто. Такие... Умри, сказал. Ну ты гонишь, хорош. Ты увернись, ты... Умри. Ты видел, у него хп вообще нет? Как так? Я в него кинул сюрикен, он не сдох. Господи, я ненавижу этот турнир. Ладно, будем жрать эту хрень вообще прям, я не знаю, на каждом шагу просто. Тяжело, очень тяжело. Да, жалость. Давай еще раз. Какой там, 50-й уже, не? Не дай боже, конечно. А. Блин, еще направил нажал, ё-моё. Да хорош. Почему сразу на принять участие? Нет, я... Какой-то галимый турнир зашел не в тот. Как назад сделать? Не хочу я в этом турнире участвовать. Ладно, давай. Нажимаю. Да. 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 Вверх. Принять. Да. Да. Все. Вот теперь нормально. Короче, берем тебя. Берем вот тебя. Кто еще полезный? Ты. Все хорош. Ну, Хината. Хината. Ты же мне как бы там жена, да, все такое. Ну-ка, уступи место для турнира, я не хочу с тобой драться. Использовать предметик. А что вот эти дают, забыл?
Значение увеличит атаку, скорость сотни шкала поддержки, также скорость выполнения шкалы урагана. Чакра, ну... Ну, вот это реально самый полезный. Зачем мне чакру там, я не знаю. Типа мало, чтобы она уходила. Зачем мне... Чё там, ещё чё-то, когда есть... Как бы и атака, и защита в одной штуке сразу. Вот если бы они это разделили, как бы... То типа атака там с вот этим, защита с вот этим, тогда был бы смысл что-то из этого брать. Зачем ты прыгнул-то, алло? Господи, меня порой так бесит, я же не прыгал. Ну вот сейчас просто так она меня вынесла. Потому что он зачем-то решил прыгнуть. Умри. Вот чё на пекло-то улетать далеко прыгает? Во, хорош. Здесь хотя бы... Здесь тоже как бы лис, но не такой прям здоровый, жесткий. Увернись. Во, тебе по щам. Тихо, 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 тихо. Ладно, закончился. Да как ты увер... Вот зачем ты опять подпрыгнул? Я же нажал, чтобы ты побежал, поменяйся, что-нибудь сделай. Похилься, не знаю. Взорви. Я вот это вот тоже не делал, но в этот раз ладно. Ну опять у меня одна полоска хипа осталась. Как жесть. Они под конец так жестко нападают, что не могу ничего сделать. Вот почему я сейчас не могу полечиться? Напоследок, так сказать. Что-то вообще прям в этот раз сложнее, чем в тот. Там я хотя бы до последнего доходил. А здесь я прям на первом, на втором вылетаю. Тяжко, конечно, что тут могу сказать. Что там у нас? Джуга Какаши, кто там, Темари Тентен и еще кто? Мифун и Гара, да? Как этот Джуга победил Гарыча? О, не Гарыча, а Какаши. Только не Темари, ой, спасибо. Блин, она как начнет своим ветром фигачить издалека, и я ничего не сделаю. Так. Использовать предметик. Писали, куда-то полистал. Тут, наверное, я сразу захилюсь, потому что мне вынесет тупо пол кабины с одного этого суперудара. И, наверное, даже сдохну, по-моему. Я, кстати, почему-то думал, что тут надо 4 боя выиграть, а тут, оказывается, 3. Что-то я подзабыл, видимо. Ну куда-то, я же этого не нажимал. Или... А, нет, нажимал, я кнопки перепутал. Я вот это хотел сделать. Я вообще вот это часто хочу сделать, но что-то не всегда это получается. Почему-то то подпрыгнет, то еще что-то. Вот, вот, когда я вот так делаю, вот нормально. Он сейчас никуда не прыгает. То, что я хочу. Во, по красоте же, ну. Во, где? Вот что он сделал сейчас, я не понимаю. Зачем он это делал? Я это не нажимал. Куда-то назад. Он сам как-то, я не знаю, я это не делал. Он сам по себе живет. Ты хорош. Ага, все, я ему сбил. Умри. Он тупое дерево. Во. Тихо. Ой, вот это плохо. Хорош. Ты достал сколько тебе... Почему у него столько много ворот? Почему у меня столько много? Да хрен, он упрыгивает и упрыгивает. Умри. Я не то хотел. А, ну ладно. Ну вот это ладно, хорошо.
Но все равно я хотел как бы вот это сделать. Ну, далеко нам не добегут. А, они добежали нормально. Что-то он не увернулся, они как... А, у него ворот нет, я ему все вынес. О, общий удар. Ну, этот общий удар мы как бы видели. Я очень рад, что встретил тебя. Хорошо, вот теперь более-менее мы начинаем финал, с, ну, в принципе, с полной хпшкой. Но мне от этого как бы не легче, но... Здесь на самом деле чуваки просто, ну, слабенькие попались. Не противные, так скажем. Сейчас увидим, кто там будет. Главное, чтобы никого из Каги не было. Потому что они что-то жесткие. Хотя, в принципе, там только один жесткий. Это братан киллера Би. Гара, так, уже что-то мне не очень приятно. Там с Гарой по-любому сильные пацаны кинуть. Ну, хотя, в принципе, не так страшно уже. Но все равно. Так, главное не забыть сейчас сажать вот эту штучку. Ну, хорош. Капец, 41 минуту тупо ищем детей и пытаемся пройти вот эту штуку. Это невероятно долго. Все, короче, собрались, давай, тащим нафиг этого пса. Умри. Он как-то дерется, непонятно, что тут... А, я вон. Я думал, меня там месит. Так, не-не-не-не-не-не-не-не, я не хочу резко. Увернись. Вот почему ты, когда я за него дерусь, у меня такой хрени нормально не получается. Ой, как хорошо. Хорошо, что он убежал. Так. Ну-ка, чуть-чуть похилимся на всякий случай, так сказать. Уйди. Да нападай! Я... Ага, вот теперь вот... Нет, теперь убегаем. Убегаем, убегаем, сказал. Вот теперь нападаем. Тихо. Где я есть, я не понимаю, где я. О, чё происходит? Вот, сколько у тебя ворот? А, после... а, все нет ворот, нет. А, не, у меня есть, но он почему-то не уворачивается. И... Класс, и где чакра? А чё за фигня? Ну сейчас я вот пока чакру, ну как бы у него ворота появятся. Подыхай давай. Во, хорош. Давай, давай, лови. Да, я затащил, затащил. Красавчик просто. Ой. Ну вот этот турнир на самом деле был тяжкий, это S+, я думаю, стоит. Но вот остальные реально были очень легкие. Хорош. И самое интересное, мне ничего за это не дадут. Все, давайте хвалите меня, я молодец, там все такое, там салютик в мою честь. Ну? Да, кому-то правда удалось пройти S+. Это я. Я уже начинаю бояться мощи, которую излучает наш претендент. Но в то же время я ему завидую. Что сейчас какой-нибудь S++? В любом случае, этот претендент нас всех поразил. Думаю, мы только что видели рождение сильнейшего бойца. Это да, это прям я. Поздравляем и надеемся скоро снова вас увидеть. Все, никаких там дополнительных боев, ничего. Все хорошо. Не, ну если сейчас ничего, это нам баба не скажет. А, не скажет. Ого, невероятно. Я и подумать не могла, что ты сможешь одержать победу во всех рейтингах. Это заслуживает уважения. Более того, настоящего восхищения. Прости, если это звучит как шаблонный ответ, но это так и звучит. Но поздравляю с победой во всех рейтингах.
Ты победил во всех рейтингах, да ты достал уже рейтинг. Но это не означает, что турнир... В смысле? Вот я так и знал, сейчас какие-то дополнительные будут. Ты можешь снова принять в нем участие, когда... А, ну, типа, повторно. Сколько нам, да? 50 тысяч дали? Ну, что-то ты мало даешь как-то. Несерьезно для турнира. Я бы мог продать этот клинок за соточку. И все. И не участвовать в турнирах, и я бы в два раза больше денег поднял. Как-то реально невыгодно. Ну, по идее, все, да. Мы вообще все задания тут прошли. Всех детишек нашли. Че тут еще, я не знаю. Турнирчики завалили. Два режима прошли. Ой, стой. Тихо, куда я ничего не нажимал? Назад. В общем, все прошли. Как бы. На этом мы закончим, это будет финал. Вернемся мы, если вообще вернемся, то в каком-нибудь дополнении, которые уже вышли и больше не выйдут к этой игре. Или, возможно, в следующей части. Спасибо всем за просмотр. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube канал. Всем до встречи, всем пока.